20 лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. У нас проблема. В руки к террористам попало химическое оружие. Они могут быть где угодно. Надо действовать быстро. Что ты предлагаешь? Командировку. Фара! Поговорим? Понадобится помощь. Из-за этого газа мои люди испытали нечто похуже войны. Надо найти его. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. За дело? Захватчикам моей страны наплевать на наши жизни. Мы с этим каждый день живем. Любые осложнения приведут к войне. Они прорываются внутрь. Нужна новая точка эвакуации. Спасайся, дочка. Я веду солдат. Ты учишь убийц. Мы все здесь убийцы. Нет? А ты, капитан? Что, дашь им умереть? Химическое оружие, черт знает где. Разберись. А черту-то мы где проводимся? Где тебе нужно? Некогда! Не двигаться! Стоять, сказал! Там и проводишь. Это еще что? Отбой! Мы все просто пешки. Говори за себя. Это рискованно. Все мы чуток рехнулись. Правила ведения боя изменились. Если вы не можете опознать цель, значит, цель — это вы.